Ну, Серега, ну умри. Есть, есть, есть. У-ху-ху. Как тряпка полетела. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Мок, Кошак, Серега, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что она будет называться «Скинь аниматроника в лаву или умри». Я пошел вас мочить. Ну раз уж ты нас пошел мочить, мы тебя тоже сейчас. Конечно, но вы еще учитывайте, у вас там много, я один, я буду использовать немножечко телепортацию. Не бойся. Нашелся. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям продлить жизнь хорошим настроением. Ты когда стреляешь, научись целиться. Хорошо, хорошо. На таком расстоянии пули разбрасываются очень прекрасно. О, вижу Димаса. Так, сейчас я найду кого-нибудь из... О, Сережка. Серега, давай вместе. Совместными усилиями. А ты умрешь. Кто в меня стрелял? Мне кто-то в сраку. Я промазал. Эй, в сраку не попадай. Ай. Ты умрешь. Ай. Смотри, как красиво он в лаву упал. Эй, ты еще тоже умрешь. Камеру поменял? Вы должны Димаса скидывать в лаву, а не сами. Короче, надо валить, меня сейчас убьют. Давайте мочить. Ого, красиво, сальтуху за... А, меня в лаву скинули! Эй, ноги печет, помогите! Ладно, ладно. Жопка пригорейшая. Это же первая стадия. Сейчас будет вторая стадия, когда начну исчезать, Серегу на крысу скидывать. Эй, нельзя. Можно скидывать. Можно всегда. И я запрещаю вам меня скидывать. Ты что, не хочешь умирать? Я тебе помогу. Я понял. А вижу, вон он стоит. А, в лаву падаю! Тихо, 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 ноги пригорей. Я уже сколько раз был умер. Радость. Эх, упал сразу. Марионетку вообще нереально управлял. Ладно, давайте возьму большого и медленного, вам будет прикольнее так. Ну давайте, попробуйте, скиньте меня. Кто меня скинет? О, я успею выбраться, жизни много, все успевается. Все успевается. Серега, возьми почти его снайперку, она очень хорошо работает. Давай, давай, скидывай. Убей, убей, убей его. Отлично. Следующий, кто у нас? Витя, где он? Вот это жесть, что творится? Ай-яй-яй, опять скинули. Я цей не бачу его. Где-то он рядышком, мне кажется, он тебя или меня сейчас выцелит. Да-да-да. Виктор Кошак, как ты угадал? Ты когда умолкаешь, ты сразу на нас бежишь. Прощай. Ой, красиво. Чё ж ты не упал? Чё ж ты не упал-то? Нет, нельзя. Так. Блин, я его потерял. Так-так-так. Виктор Кошак, какой у тебя скин? А я вот не скажу. Сам. Димас, ты чё, в невидимке нас убиваешь? Нет. А где ты был? А вон он. Ну, Сережа, я был сзади тебя. Ой, мимо. Ой, мимо, мимо, мимо. Нет, нет, нет. А, это Кошак, прощай. Вот это была глупая идея. Давайте проверим, как он умрет. Это было некрасиво. Так кто это стреляет по мне так мощно? Стреляйте, стреляйте, ребят, по нему. У меня осталось 1700 жизней. Где он? А я сейчас прицелюсь по покемону. Кто по мне там стреляет? Умри. Вижу, эх, ноги бегут. Я скинул его. Я его. Мои последние слова, я вас всех ненавижу. Красиво меня замочили. Ой, я спавнюсь на том же месте? Да. Где сдох? Сейчас, короче, такого беру аниматроника, который реально надо скинуть, потому что у меня всего мало жизней. Например, 830 тысяч. Они тебе не помогут. Помогут, помогут, я побежал. Я Эннар, псих. Он взял этого колобашку, обосрашку. Где он?
Так, я могу теперь красиво. Я, короче, лег специально за засаду. Вот я, Серега, смотри. Серега, вот я. Иди в жопу. Где он? Увидел, увидел. Вот я. Он на башке сидит, на башке. Вон он. Вот я. Во весь сюрприз, Димас. А, Питер, походу он засел там. Я его найду. Бум. О, вот это вот. Ого. Я живой, я живой. Он его откинул прям ко мне. Эй, так честно. О, блин. Я вечно в лаву падаю. Они очень быстро бегают, да? Да, это псих. Димас, я не дошел никогда. Эй, а где этот челик? Ух, повезло, так повезло. Повезло, повезло. Вот кошак. Ой, Серега, я тут был, прям под тобой. Эй, легче, ты же базука попадешь по мне. Ай. Он где я, короче? Я сейчас это по нему, я сейчас по нему долбану базеркой. Лови. Держи. Ой, мимо, мимо, гранатка пролетела мимо. Гори. И что вы мне сделаете? Ой, мне прощай будет, да? Ой, красивый взрыв. Это было сильно. Где он? Он там внизу? Он внизу там? Он набежал. Он в невидимке сидит, это как. Нет, я видимый, я видимый. Я прям я. Так ты смотришь на ролик, я прям сейчас на тебя смотрю. Ты у меня на прицеле, последние твои слова. Так, Серега, я побежал. Маска каках. Ну как это я тебя вижу, ты меня нет? А, вон. А, вот. Вот увидел, молодец, молодец. Ну. Все возможности используют, но вы меня можете убить с одного раза. Витя, не подходите ко мне. Начинается дуэль. Я должен убить всех. Первый пошел. Серега там готовится. Я Димасу сюрпризы на новый, это точнее какой, на весну подготавливаю. Так, надо увидеть Димаса, где же он прячется? Он уже всех скидывает в лаву. Так, у Сереги там, я к тебе, но... Ай! Красиво улетел! Я принимаю его. Ой, ляп! Это дух Димаса. Еще один! Ах вы хитрые, встали по периметру и хотят меня убить. Стаканчик, снайперку, выкинь свою конченую. Не понял. Стаканчик, ну не стреляй по мне, пожалуйста, со снайпер. Эй, рядом пули. Эй, а вообще меня видит? Он где-то здесь, Серега. Он где-то там, Серега, я его видел. Я вижу. Эй, вы что, сейчас попадете еще по мне? По периметру обстреливаем. Да блин, со столба прыгнул и упал, ну блин. Не повезло. Все, последний решающий раунд, давай, Сережка. Я этого не заметил. А вот теперь, если я убиваю, значит надо убивать Серегу и кошака. Отлично. Кошак, кошак, кошак. А где кошак? Ай, я его не вижу. Серега, это наша школа, молодец. Ну-ка. Не вижу. Я уже боюсь тпхаться, я сразу умираю. Карта очень... Блин, я опять упал. Ладно, давай тогда мне, давай мне 20 хп, потому что реально я сильно быстро умираю. Давай еще раз, Серега. Вот сейчас давай. На. Во. Серега, я знаю, где. Где? Добрался к нам в фитнес, он где-то здесь. Эй, вы что стреляете? Вы сейчас все попадете. Ого! Ой, хорош. Блин, да ну кто убил меня? Ну я должен был еще выигрывать. Все, проиграл. Серега, давай еще разок. Сейчас, стой, стой, стой. Миша, все фигня. Да не, интересный получается раунд. Давай, Серега, выдавай. Понял. Говно, он не видит. Красиво, красиво, сейчас будем мочить. Так, моя сейчас цель реально убить Серегу. Как бы это не было бы сложно, как бы я бы не хотел... Ну, Сережку на... Ого, как мне пройти по туннелю? Что за периметр, что за периметр у вас стрёмные? Вот такие периметры у нас. Ой, хорошо, что у меня было еще жизни здесь, чуть-чуть. Он здесь, он телепортировал. Ты слышал, да? Да. Серега, ты все слышишь. Серёга.
меня своих? На, Серега, умри! Ну, Серега, ну умри! Есть! Как тряпка полетел, Стреливаю весь периметр, не могу накопать его. Так, внимательно, ого, не простреливают. Эй, я там уже под низом нахожусь, под балками. Ребят, вы слабенько берете. Не надо. Ого, как надо. Ого! Эй! Рядом. Хорошо, что тут есть балки под низом, я в нижних балках. Шкерись. Один упал, красиво полетел. Передавай привет. Да тебя нету там, ты врешь. Короче, тише. Начинается выкуривание пиваса по стилисе, и это Сережный. Давай. Красиво. Правда, есть побочный эффект. Ого, это что было? Это ты кинул? Да. Нифига себе побочный эффект. И я, друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.